Всем привет, друзья, с вами Пейн, и прямо сейчас мы вместе с вами поиграем в такую замечательную игру, которая называется Earn to Die. Это мы в зомби-апокалипсисе летим на вертолете, и у нас заканчивается бензин. Топливо. Я не уверен, что он на бензине летает вертолет. Whatever it takes, I'll find it. Да, и в общем, нам нужно добраться до одного места. Такие дела. И мы будем добираться. Именно так. А еще мы можем усовершенствовать свой замечательный мустанг. По-моему, это мустанг. Так, можем прокачивать, короче, движок. Что это? Типа, у эти оси. Я... Черт знает. Я не люблю машины, поэтому не разбираюсь. Но я точно знаю, что нужно прокачивать... Денег нет. Вот, надо прокачивать в первую очередь... О, блин, там же новые тачки есть. Надо было, наверное, копить. Ну ладно. Надо прокачивать... как это называется? Ты гребаный. Так. Так, тихо. Едем. Едем. Пока все хорошо. Тихо, аккуратно. Да, я же говорил, надо прокачивать бензин. Топливо надо прокачивать. Чтобы дольше ехать, потому что когда заканчивается топливо, заканчивается все. Отлично, Илья, молодец, молодец. Правильное направление мыслишь, поехали. Уу! Так, там камень был, мне надо было вот так делать, отлично. Оп, опа, опа, опа. Вот, все, я, короче, тут что-то вроде как игра была старая на телефонах, Gravity Defy. Вот тут то же самое, надо вперед-назад как бы перемещать вес. Во, примерно. Опа! Опа, опа. Отлично. Опа. Сейчас закончится бензин, закончится бензин. Нет! Умри. 50 баксов. Так, ну давайте за максим. Все. Полный. Бак. Давайте еще колеса теперь. 20 баксов, 75 баксов. Нам нужно 75 баксов. Заработаем их. Постоп. Это первая дорожка. Она очень простая, как вы заметили. Ничего особенного в ней нет. Если мы будем продолжать гонять на легковухе, то у нас будут проблемы. Но, в принципе, если мы ее прошьем, то будет нормально. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Надеюсь-то. Ой. Так. Колеса. Автобус будет самым крутым. Ну, ладно. Ну, теперь мы стали крутыми, с крутыми колесами на крутых штуках всяких, мощных, ровных. Оп, оп, оп. Тихо. Вообще отлично пока. Сцепление с дорогой замечательное. И топливо есть. Сейчас закончится, правда. Я надеюсь, что успею еще одного вот этого чувака. Да. Ну, пока, пока нормально, прекрасно. 63. Что там прошивает за 63? Движок. 110 надо. А ну идите сюда, мать твою. Тихо, аккуратно. Аккуратно. Так, так. Так, так. Так. Да блин, ты не мог задеть. Нет, 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 стоп, назад. Гараж. Берем движок. Стоп, я 110 баксов не накопил? Что за бред? Ладно. Ок. Бывает, может быть. Раз, два, три, четыре, пять. Может, я каких-то нюансов еще не понял, но пока мне кажется, что... Да блин. Гараж. 46. Движок. Хороший. Отлично. Тут сколько надо? 125. Я понял. Лезвие можно добавить сюда на машину. Ну окей, вот теперь мы будем ехать по-настоящему быстро. Оп. 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 Тихо. Блин, это не так уж и просто на самом-то деле управлять.
Один в один Gravity Defy. Ну или, я не знаю, Моторама. Кто-нибудь играл в детстве в Мотораму? Привет, медведь! Оттуда вот эта вот фраза. Там мы играем за медведя! Не на велосипеде, а на мопеде. Но все равно прикольно было. Вот тут то же самое, что-то вроде того. Только там не надо было зомби избивать. Там надо было просто добираться до какого-то определенного... До определенной точки. До определенного чекпоинта. Да блин. Угу. 76. Ну, в принципе. Осталось пропеллер. И это будет самое основное. Но я пока оружие не собираюсь ставить, потому что толку-то от него, если я просто добраться не могу до финиша. Кончается бензинчик. Оп, оп. Оба. У, вот это пролетаю нормально. Вау, да ладно. На себе. Сейчас кончится, ну все, закончился. Блин. В принципе, круто, но его нельзя прокачать. Так, ладно. Ага. Ну-ка, стоп. X или Ctrl. Окей. Ни хрена! Я понял! Уу! Вот это классно! Все, бустов больше нет, но есть еще топливо. Но мало. Вот это нормал! Вот это нормал. Отлично. Фу! Ну, в принципе. Хаммер, я не думаю, что он быстрее. То есть я на этой должен добраться. 11-й день, ну поехали. 11 дней. Я добирался. Так, тихо, тихо. Блин, больше кнопок, больше усилий. Больше нужно помнить, это проблема. Awesome. Это точно, браток, это точно. Топлива нет. И бустов нет. Надо было сразу бусты прожимать, окей. Все, сейчас сразу бусты жмем. Уху! Не, ну это перебор, конечно, да. Тихо! Вот это игруля. Воу! Нет! Нет! Какого черта? Это было круто. Давайте поставим это. Может, поможет. Ура! Воу! Amazing. Отлично. Мне за это дополнительные очечки дадут. Во! Вот именно до сюда надо держать бусты. Да блин, ну почему? Почему не хватает? 394. Ну давайте уж до конца. Ну блин. Я хочу еще апгрейды. Так. Ага. Я понял, они типа... Он расчищает мне путь от зомби, по сути. Отлично, я понял. Опа! Да нет же! Там, хотя нормально. Бустов больше нет. Нет! Держитесь! Держитесь, пацаны! Нет, мы должны жить! Мы должны ехать! Я хочу доехать! Нельзя в зомби-апокалипсисе! Блин, останавливаться на хрени какой-то. Что? Нет, я не хочу приобретать эту игру на мобильный. Поехали!
Тихо. Да блин. Скорость потерял, но так нельзя. Вот сейчас. Нет, поздно. Все члю меня, давай по новой. Давай по новой, Илья. По новой. Вот это норм. Нет. Отлично. Просто великолепно. Блин, как же хорошо шел. Давайте разблокируем. Ни хрена здесь мощные. Поеду я на этом. В любом случае круче. Супер. Спасибо. Мне тоже нравится. В них же неподходящих местах я прожимаю бусты, блин. Amazing. Woo! Блин. Ну я как бы рекорд свой побиваю потихонечку, но это такое. Ну вот это, конечно, вообще жесть. У него тут и движок, и все дела все дороже, и все намного лучше. Ладно. Попробуем. Мне кажется, он на базовом уровне быстрее. И очень устойчивый. Жип устойчив. А мустанг очень такой. Вонючий. Опа! Нормально. Блин, да я вообще без бустов нормально. Вот это жесть! Я чуть не доехал до своего рекорда на хаммере вообще без грейдов. Это же лол. Ну это круто. Так, ну ладно, давайте тогда. Хотя. Ну ладно, давайте. 700 нужно и 850. Хорошо, давайте успеем прокачать. Ну я надеюсь, что успеем за 8 минут прошить хаммер и повеселимся. Повеселимся! Ну, все тёлки теперь наши, да? Спасибо. Мне тоже это нравится. Вот сейчас будет мой любимый трампляшечка. И еще один! И... хреновое сцепление с дорогой, просто невероятно говёное. Отлично. Сразу. Я мог нажать рестарт, но мне кажется, ну, по крайней мере, мне так показалось, что в прошлый раз я когда нажал на рестарт, мне не засчитало очки, поэтому я не уверен, не хочу рисковать. Такие дела. Ни хрена! Ни хрена себе, я просто по воздуху пролетел. Это лау. Лальная тема. Попробуем. Хаммер, хаммер, давай, хаммер. Ты должен, хаммер. Ни хрена себе. Так. 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 Супер, говорит. Ну, хорошо, супер, супер. Out of boost. Это стрёмно, но, тем не менее, у меня достаточно. Хотя нет, у меня недостаточно, но мало. Вот тут он нужен. Опа. 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 Опа, опа. Блин, я рекорд побил. Да господи, насколько же лучше хаммер, чем... ну, в этой игре, по крайней мере. Хаммер, чем мустанг. Ну, это, конечно, бред. Если так смотреть. Хаммер, мустанг, несоизмеримо. Но, блин. 600 баксов. Блин, я хочу на следующий уровень перейти, а то по одной и той же карте гонять как бы. Ну ладно. Давайте побьем все рекорды.
Мы же можем! Можем же! Как же затормозился, ужас. Оп! Тихо! Да вот так и думали. Какое-то говно должно было произойти просто. Ну нет! Как так? Все, херня, давай по новой. Ну я так и думал. Ты еще перевернулся, ты просто... Ага. Просто класс. А ну иди сюда. Так. Так. Сейчас буст закончится полностью весь. Да. А вот в буст и дальше я буду ехать как свинка. Нормально. Фил, давай. Ну, все. Эх ты свинюха. 580. Блин, не хватает все равно. 750 надо, 750, то есть еще один заезд, и я смогу купить там движок. Хороший. Тихо. Вот это было нормально так. Ну как бы не то, что прям рекорд, но вообще 700 даже, не 750. Все, поехали. Хаммер просто невероятен. Пойдет. Amazing? Да, я счастлив просто. Давай. Опа! Отлично. Опа! Отлично. Блин, закончился буст. Нет. Ну, пожалуйста. Нифига себе, у меня еще есть топливо. Что происходит? Господи. Оно еще есть маленькое. Все. Или нет? А, да, я почти доехал! Я почти доехал! Или я доехал? Я доехал! Я доехал! О боже мой, я доехал! Невероятно! Вот это, блин, классно! Так, 600. Поехали! Опа, опа. Бусты закончились. Ни хрена себе, за мной зомби бежит. Ха! Что? Что это было? Видели это? Это же жесть. Это же шлемзлес какой-то. Блин, тут топливо, конечно, но жесть, вообще класс. Очень сильный хаммер. Да хватит предлагать мне всякую хрень. Поехали. Бусты. Опа, опа, опа. Нормально. И еще. Вот эта игра просто невероятная. Здорово, здорово. Оп! Какой-то черт за мной увязался! На-на-на-на-на-на-на! Увязался черт за мной! Блин! Нет! Буст надо оставлять, здесь столько мест, в которых он нужен. Жопа как нужен. Красный каньон. День 26. Тихо.
Едяем, едяем. Опа. Опа. Какой-то черт зацепился, смотрите. У него. Нет, блин, да как? Нет. Как же хорошо все было. И как все плохо стало. Я там так летел, мощно. Ну-ка, давайте, последний заездик. Ну, на победку! Господа, это последний. И я сделаю максимум, чтобы победить. Ну, вряд ли, конечно, смогу победить сейчас. Хотя, может быть... Тихо! Оп! Опа! Оп! Вот тут все, сильно мы тормозимся. Дальше. И немножко бустану доставить вот отсюда. Ага! Ага! И вот здесь! Отлично! Здесь я не был никогда. Но топливо заканчивается. Какой-то черт зацепился за мной. Черт, уходи! Ну ладно, это было весело. Весело играем, скажу, господа. Очень прикольно. Ладно. Здесь мы и закончим, так что... Если вы хотите увидеть продолжение, вы... В комментариях в этом обязательно напишите. Если будет много людей, которые захотят, я продолжу. Игра очень крутая и веселая. Так что, если вам понравилось это видео, можете подписаться на канал, оставить комментарий и поставить лайк. Лайки очень помогают и мотивируют, так что скорее ставьте их. Ну а я желаю вам удачи, друзья. Всего хорошего и пока!